Первый раунд начался. Итак, мужские бои отличаются более сильными ударами, поэтому сюда поставить на весь момент. Видишь, я не сейчас мощным нападом свою шею. Но этих бойцов не свалить, даже очень удачным ударом в голову. Добрись это было! Артем Соланович вышел на центр вместе с Никитой Ленинградом. И в конце легендарным группом Вареников на земле. Расклад 4 против 3. Евгений Акеев. С Александром Манкеровым тоже получалось свободно колебать на самом площадке не осталось. Все решает портал в Усталике. Александр Шелин и Латунка Артем уютно прижимают к концу края Усталичского. Четверо на двоих. Ну, бывают чудеса, иногда команда остается на числе, даже потом расклады побеждают, но конечно. Все, второй слой. Четверо на одного. Уверенная пина. Итак, второй сход. Я не видел, были ли заметным старых решений, я сижу, я вам скажу такое. Итак, опять на центре у нас Райдеров, Алексей и Евгений Акеев. Иван Алексеев попытался произнести таран Евгения Акеева, но он пошел на карту, а он не дал. Александр Шейн, Калинкалка. Марчин Михаилом. Это значит, что за свои головы пока что можно не беспокоиться какое-то время. Опа! Не получилось подбить Артема Соломоновича. Чуть-чуть принял парень везет. Попытки не давать. И неизменно парень везет. И Шей Александр. Минус 1, 4 на 4. Размен. Так, Агеев с Кандеровым там пытаются то ли отдохнуть, то ли развязаться для того, чтобы спасительный парень. Весь бой разбился на поединке. Сейчас попробуем взять контрсмен. Значит, Саванович с Янишевским, с Варениковым, Саванович с Марычевым. Агеев с Найдеровым и покрыли пару. Один бойца западной башни. Выгоднее этого урода. Того мина, скорее всего, в Акузу. А, нет, время. Стоп. Слуп. Маршал. Ну ладно, раз можно продолжать. Так, у нас остался расклад. Три бойца западной башни против четырех бойцов старых друзей. Соломонович продолжает борьбу с Марычевым. Соломонович, обратите внимание, в этот раз у нас с топором и щитом, хотя его коронным, так сказать, оружием. Уйди отсюда!
И дальше он решил добавить себе немножечко возможности поворотов и ставища. Да, да. Присутствовать тоже можно, даже нужно кулаком. Денишевский с Вавильниковым. Агеев с Нагуровым. Маричев с Солоновичем. Ждем, когда одна из них пар. Раз, парус, одна из пар. И вот Агеев освободился. И сейчас будет совершать Василий Николаевичу. Иван не дает совершать насилие, очень ловко подставляет вместо себя и лучше оставит. Еще ничего не решено. Двое на троих. Это преимущество, но и преимущество. Теперь дело решает напор западной партии и выносливый человек. Прошу прощения, старый победитель. Пытаясь и из первых, и перезвета. Агеев под номером 14, если номер. Я думаю, будем помимо начала. Агеев борется с Вареньковым у дальнего обхода Брайли Станчева. Денишевский бьет Марычева от Ивана, пока его держит Брайли Станчева с Ивановым. Роман тоже в долгу не остается и добавляет, так сказать, превозмогающего Марычева. Вот это был метод, да? Поймать голову удара такие, это самый сильный удар. Потеря считать. Смотрю, что это уже на топор в русской, а не парку, и все становится всем плохо. Для Марычева бой продолжается. Время скок, конец раунда.